Слушай, ты хочешь быть большим? Ну да, хочу. Тогда ты должен работать с большими весами. Воу-воу, а что если это полная ерунда, которую тебе навязали бро-качки из подвальной качалки? Этот бодибар весит 3 килограмма. Если я схвачусь вот тут, то поднять отягощение у меня получается. Но все меняется, если я схвачусь за самый край. И тут у меня ничего не выходит. Почему так происходит, если вес отягощения не меняется? Тебе потребуется познакомиться с рычагами. Если ты захочешь приподнять тяжелый объект, схватившись вот тут, ты не сможешь поднять груз, поэтому тебе надо схватиться подальше, и ты легко справишься с задачей. По этому принципу создано множество инструментов с длинным рычагом, которые упрощают нам жизнь. Когда вы видите, как ребята выжимают тонну ногами, посмотрите на их амплитуду в движении. Она крохотная. Выходит и крохотный рычаг для колена. А чем ниже опускаем вес, тем больше рычаг, и тем с большей силой тебе придется совладать, чтобы тебя не раздавило. Хотя вес не менялся. Тренируйтесь с умом, и тогда вы сможете даже с маленькими весами растить большие мышцы.